Рэпер Такижан переквалифицировался в инспектора ГАИ, правда, только ради искусства. Сыграть роль патрульного артист решил в целях продвижения нового трека группы «Айтумар». Перевоплощение далось ему очень нелегко. Я вначале немножечко испугался, как бы, ну, я никогда не переодевался, вот я вот такой, какой я есть, и принимайте меня таким, какой я есть. И вот я вот, так немножечко, как бы, тяжело, боялся немножечко, как бы, но все-таки примерил на себя этот образ, попробовал, и лично мне понравилось, как я в этом образе вжился и как я отыграл. Песня «Алтанэм», которая звучит в ролике, принадлежит молодому коллективу «Айтумар». Прорекламировав ее при помощи вирусного видео, молодые люди планируют в скором времени приступить к съемкам полноценного клипа. Ну, мы по срокам пока точно не определились, пока мы думаем насчет идеи клипа, насчет сценария, чтобы там была развязка, кульминация и заключение. В общем, мы хотим сделать это шедеврально. Отметим, что молодой, но перспективный дуэт только начинает свое восхождение к вершине славы. У них уже есть несколько готовых песен и даже один отснятый клип. Будем ждать от ребят новых достижений.